Дом полицейские обыскивали вместе с понятыми местными жителями. В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли несколько видов охолощенного оружия и боевые патроны. Боеприпасы хранились в свободном доступе на полках, подоконнике, в ящиках. Патроны крупного калибра, как видите, не отстрелянные. Ящик предназначен для патронов стрелкового оружия. Открываем. Который полон гильзами 9 мм отстрелянными. Затворные пружины различного номинала достоинства. Хозяином дома и целого склада оружия оказался 44-летний сочинец. При обыске мужчина даже пытался оказать полицейским сопротивление. По результатам экспертизы изъятого арсенала в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное хранение, приобретение либо сбыт оружия, его основных частей и боеприпасов. За указанное преступление сочинцу может грозить до 4 лет лишения свободы. Следствие продолжается. Мужчина пока отпущен под подписку о невыезде.